Привет всем, мои дорогие друзья. Сегодня с вами снова я, Владимир. Это дорожный выпуск. Сегодня очень быстро поговорим о том, как менять автоматически чувствительность тачпада на вашем ноутбуке, допустим, в таких ситуациях, когда вы подключаете мышь. То есть наверняка многие из вас сталкивались, если смотрите этот видеоролик, что зачастую не всегда тот сенс, который вы выставляли под мышь, бывает комфортен для работы с тачпадом, и наоборот. Вот в моем случае у меня тачпад очень, вы видите, медленно работает, потому что сенс настроен под мышку. А когда я пользуюсь мышкой, я хочу, чтобы у меня было все очень чувствительно. Там я сделал движение в миллиметр влево-вправо, чтобы это все отрабатывалось. И вот смотрите. Называется она Mouse Speed Switcher и программа на английском языке. Язык, к сожалению, менять нельзя, но я не вижу в этом никаких проблем, потому что настройки очень простые. Изначально вам доступен только параметр тачпад. Ну, в нашем случае это тачпад компьютера. И вы выставляете его скорость. То есть скорость оптимальную для комфортного пользования компьютера. После чего ставите галочку напротив пункта Apply on Startup. То есть только включается у вас винда, либо она перезагружается. И автоматически чувствительность выставляется под работу с тачпадом. Мы видим, что каждое устройство, под каждым я подразумеваю до двух возможных подключаемых мышек к вашему компьютеру, вы можете выставлять отдельные Sense. То есть, пожалуйста, если у вас какая-то игровая мышь, какая-то рабочая мышь, вы вольны каждому устройству физическому выставлять свой параметр скорости и запуска при старте системы. Второй момент – Run at System Startup. То есть, ставите галочку, и тогда у вас программа автоматически мониторит, какое устройство подключено. Display Balloon Messages. То есть, можно сделать так, чтобы когда вы, допустим, подключали USB-свисток, либо подключали мышь, здесь выводилось сообщение в трее о том, что была подключена мышь, скорость изменена на режим Mouse. Либо вы отключаете мышку, и здесь также выскакивает окошечко, что мышь была извлечена, поэтому мы переключились на профиль тачпад. И можно выставить горячие кнопки. То есть, к примеру, если вы не хотите переключать скорость через трей, либо у вас параллельно подключена и мышь, и тачпад, и вы хотите просто на ходу менять чувствительность, просто жмете сочетание, допустим, Ctrl-Alt-2, ну и у вас, к примеру, автоматически включается профиль тачпад. То есть это все в зависимости от ваших предпочтений. И также можно выставить горячие клавиши для того, чтобы у вас на ходу менялась скорость. И смотрите, второй момент. Периодически проверять выход новых версий. То есть, в принципе, программа работает исправно, поэтому я эту галочку снял. Если бы были какие-то баги, я бы проверял обновление. Она без каких-либо проблем работает на Windows 10. Ну и, собственно, все. Программа очень простая. Увидимся.